Всем привет, мои дорогие! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Тем, кто меня не знает, хочу представиться. Я инженер, химик, технолог. Получила образование в Советском Союзе, качественное образование. Организовала не одно ОТК, которое сейчас успешно работает на других предприятиях. Производственник с большим стажем, сейчас это называется эксперт, руководитель-эксперт. И поэтому очень мне не нравится, когда нас, наши производители, начинают обманывать как потребителей. Поэтому иногда или даже очень часто я вам показываю, какие бывают браки и как производственники хотят сделать, увеличить прибыль за счет покупателя. Это один вот такой вот мой проект, там, где называется «Проверяем качество». И следующий проект – это я начинающий журналист, хочу стать журналистом, то есть вот мое будет второе образование – это журналист. Я вам рассказываю новости, я вам рассказываю, делюсь своими рецептами, так как раньше мы очень часто любили делиться рецептами, поэтому делюсь рецептами. И провожу экскурсии по моему родному городу, где я и проживаю, это по Днепропетровску. Поднимаю полностью все жизненные вопросы. Друзья, поэтому подписывайтесь на меня, будем дружить, буду проводить вам экскурсии, пишите мне, пишите, спрашивайте. И заходите на мой канал, будем дружить, друзья мои. Сегодня я хочу поделиться рецептом куриные ножки ложные. Прежде всего начинаем, чистим картошку. Моем и ставим варить. Отвариваем карбонаты. Картошка нам нужна будет пюре, поэтому размалываем. Картофельное пюре для нас нужно как строительный материал, как скрепляющий материал для наших карбонатов ложных. Далее отваренные куриные голени нам надо очистить, мясо в одну сторону, косточки в другую сторону. Косточки нам нужны будут, далее мясо в одну сторону отделяем, а косточку положим в другую мисочку. Косточки нам нужны будут для наших ложных куриных ножек, или же назовем их ложные карбонаты. Вот наши ложные, вот наши косточки для наших деталей дальнейших, съедобных наших вкусных ложных куриных карбонатов. Режем ножиком мясо. Соединяем нарезанное мясо кубиками и наше картофельное пюре. Сюда же потереть на крупной терке сыр голландский. Поперчить. Посолить. Хорошо вымесить рукой. Чтобы к рукам не прилипало, когда мы будем формировать наши бедрышки, мы руки смачиваем в воде. И формируем наши бедрышки. Первоначально формируем просто шарики. Плотно скручиваем их, сдавливаем и скручиваем. Подготавливаем яйца, взбиваем для глазуровки в кляре. Масло режем кубиками. Готовим панировочные сухари для панировки. Также готовим муку. У нас будет двойная панировка. Начинаем формировать наши ложные бедрышки. На нашу лепешку выкладываем масло, косточку и все крепко залепливаем. У нас будет двойная панировка. Панируем вначале в муке.
хорошо вывалять. Затем яйцо. Затем сухари. Опять яйцо. И опять сухари. Вот это получается двойная панировка. Будет прекрасно держать всю эту массу. Особенно сыр. И масло внутри. Масло. Делаем просто один шарик. Решили сделать без косточки. Попробовать, как он будет. Опять панировка. Мука, яйцо. Панировочные сухари. Опять яйцо. Опять панировочные сухари. И хорошо все это придавливайте, чтобы панировка была хорошая, твердая. Я решила проэкспериментировать. Один шарик разрезала на 4 части. Беру 1/4, добавляю, ложу вовнутрь туда сыр. Туда же ложу масло. И хорошо слепливаю этот шарик. Тут та же двойная панировка. Мука, яйцо. Панировочные сухари. Опять яйцо. И опять панировочные сухари. Крепко придавливаем. И получатся такие интересные. Типа как котлеты по-киевски. Только там картошка, мясо, сыр и масло внутри. Подготовленные наши изделия будем жарить на растительном масле. Хорошо разогретое растительное масло выкладываем в наши бедрышки и ждем, пока поднимется. Переворачиваем предварительно. Жарим до золотистой корочки. Такие получаются очень симпатичные и вкусные ложные куриные бедрышки. Очень сытные и 2 в 1. И гарнир, и мясо, все в одном. Друзья, в гарнир можно положить еще жареные грибы. Можно экспериментировать и придумывать все, что хотите. Я попробовала и так запанировала просто сыр. У меня получился прекрасный вкусный сыр. Блюдо очень вкусное и сытное. Можно взять просто бедрышко и салат. Приятного всем аппетита! До новых встреч!